Светлана Белкова. Вот я отписалась, я ей сейчас приведу прям домой. Ну, отлично, хорошо, молодцы. Ребят, нам сбросили в группу фотографии, человек даже не поленился зарегистрироваться у нас в группе, чтобы просто положить фото и все. Мы час искали этого человека, чтобы узнать хотя бы адрес. Это, оказывается, даже не в Чехове. Это как называется? Деревня Костомарова. Костомарова. Вот, мы сюда приехали. Слава богу, приехала еще одна девушка и сказала, что она, ее соседка, готова взять двух котят. Ребята, это очень здорово, что мы вот так вот столкнулись здесь. Добрых людей много. И мы очень благодарны тому человеку, который сейчас возьмет этих малышей. Но мы их проводим и убедимся, что с ними все в порядке. Если уже начали, лохматая душа взялась, мы, ребята, идем до конца. И уже убеждаясь в том, что мы малыши на месте, ребят, тогда будем радоваться и благодарить женщину, которая согласится взять детей. Это две девочки. Две рыженькие девочки, красивые, с красивыми хвостиками. Вот, возраст у детей приблизительно месяц, ну, месяц, не больше. И дай бог, чтобы мы вот так, приезжая по вызову, мы встречались с теми людьми, которые тоже приехали на помощь. Ребята, давайте практиковать это побольше. Присоединяйтесь к нам. Добра должно быть много, мои хорошие. И я вас очень-очень зову. Присоединяйтесь. Добра вам, люди. Мои хорошие, а? Ребята, дай бог, чтобы всем везло так, как этим малышам. Я надеюсь, там дом хороший и семья хорошая. И надеюсь, что малышей встретят сейчас, и все с ними будет хорошо. Дети, собрались, поехали. Ирочка, огромное спасибо, мы едем за вами. Хорошо, да. Ребята, мы двумя машинами, двумя группами едем пристраивать детей. Так. Ну что, ребята, вот таким экскортом на двух машинах мы везем домой. Надеемся, что домой... котят. Сейчас, ребята, будем думать. Будем заключать договор обязательно об обязательной стерилизации. Мы не просто везем избавиться от котят. Мы хотим познакомиться с будущими хозяевами. А, прям можно заходить открыто, да? Хорошо. Сейчас. Так, сейчас пойдем знакомиться. Добрый день. Здравствуйте. Мы в делегации. Да, в делегации, да. Я мужу позвонила, он говорит, давай возьмем. Давай, смотрите, так, Светочка, куда я могу ставить? Да вот сюда поставьте, пока потом разберем. Ничего, что я. Да ничего, ничего, проходите. Так, Света, дайте им, пожалуйста, сразу тарелочку. Они очень хотят пить. Хорошо, молочко сейчас найдем. Найдем. Свет, смотрите. Молочко даже. Закрывайте. Двери, 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 ребята. Так, Свет, смотрите. Мы приют, лохматая душа. Вот. Посмотрите, Айвен, только с договором обязательной стерилизации. Вы готовы? Вы согласны? Потому что через... Возраста. Мы поможем вам подешевле сделать. Подешевле. Ну, надо мужу сказать. И, да, нет, Света, сразу. Это договаривается сразу, потому что через полгода они будут начнут плодиться. Ну, это понятно. У нас мы уже пятый раз, и пятый раз загрызают у нас собаки. В смысле? Здесь у нас бездомные собаки бегают. Так. Поэтому пятый раз уже мы берем котят. И это самое. Они вот выбегают вот не через... Не выпускать вот. Тогда. Ну, только если не выпускать. Не выпускать. А так у нас мышей, крыс вот ловят. Да. Дело не в том, что у нас свои крысы. Угу. Ну, пятый раз загрызают котят. Вот пятый год берем и все загрызают. На год хватает и все. Нет, не выпускать. Вот, так нет, что тогда это... нет, солнышко, нет. Ну, вот. Нет, нет, тогда нет, пойдем. Все, тогда нет, солнышко, нет, Свет, тогда нет. Ну, здесь у нас бездомных собак очень много. Так что другой дело, дело не в том, что моя хорошая. Просто за ними смотреть надо. Понимаете? Ну, мы смотрим за не ними. Не на улицу не выпускать. Ну, а как же крысы и мышей ловить-то? У нас куры, мы поэтому берем вот как бы. Ну, у нас у всех тут такая беда с вот, кошками. Не-не-не, да, я не хочу их беда. На смерть в течение года оставлять. Вы что, ребят, к сожалению, мы не смогли оставить малышей женщине, у которой загрызают пятую кошку в течение года. Даже не хочу. Ребята, я не стала рисковать их жизнями. Ну да, у нас собак много, загрызают, выходят. Ребята, я еще раз говорю, я на смерть котят оставлять не стала. Может быть, кто-то меня осудит, но я считаю, что я поступила правильно. А вы? Значит, вот этот отвязался.
А этот не хочет, да? Ну давай, учись. Не умеешь, козленок, не умеет. Этот напился. Что ты? Ну куда вот ты? Куда ты ползешь, детеныш? Куда ты ползешь, солнышко? Спать давай ложись. Спать. Нам надо пойти купить капельки от блох. Сама не сплю, сестрички не даю. Да. Такой лупастик, такой красивый лупастик у нас. Зита и Гита. Да? Ну, что делать? Куда ползешь, ребенок? Что ты хочешь? Да, малыш. Я тебя молочком наполнила. Глазки синие. Мама, наверное, тайка была. Ребенок не хочет сидеть в коробке. Господи, блохастые какие. Жуть просто. Друзья, мы переполнены. У нас мест нету, совершенно нету. Вот сейчас мы едем в приют, и мы не знаем, куда нам посадить этих малышей. Но, ребята, бросить детей на улице мы тоже не можем. И отдать их на растерзание диким собакам, как говорит тетка, так спокойно, что уже пятая у нее погибает. Я тоже не могу. Ребят, может, вы нам поможете хотя бы вольерчик для них какой-то сделать, собраться вот для детей и сделать вольерчик. Ну, ребят, они же жить хотят. Согрелась, накушалась и хочет жить. А это в глаза смотрит все время. Вот едет всю дорогу и глазенки свои вытаращила. Вот видите? И смотрит в глаза. Ну что мне с ней делать? Скажи, я жить хочу. И я хочу дом. А еще, ребята, если дома нету хотя бы временно, может, вы нам поможете построить вольерчик? Я вас очень прошу, ребят. Мы переполнены. Мы жестко переполнены. У нас нет ни корма, у нас нет ничего. И вообще, мы выживаем чудом. Вы знаете, как говорят, день прошел, и слава Богу. Ребята, прошу вас, отзовитесь. Ведь что наш ребенок, что вот этот ребенок, больно одинаково и тому, и этому. И ведь мы наших детей жалеем. Почему же мы проходим мимо вот этих деток маленьких? А? Ребят, подарите ребенку дом. Подарите вот этой маленькой девочке дом. А также нам нечем обработать вот этих блохастых щенков. Ой, господи, котят, прошу прощения, я уже заговариваюсь. И мы сейчас приехали в четыре лапы, чтобы хотя бы купить что-то им, чтобы обработать их от блох. Иначе я тоже детей просто едят. Да, блохи. Ребята. Вон. А нам нечем обработать, у нас нет ничего для таких котят. Сейчас пойдем в четырех лапах, купим что-нибудь для обработки. Да, у нас есть целых 900 рублей на карте, ребята. Целых 916 рублей. Кто-то нам даже 6,32 рубля вчера положил. Вот копейки уже ушли, а 16 копеек у нас осталось. Ребят, клянусь, я могу вам выставить наши счета, как я делаю это в нашей группе. Ребята, мы действительно очень-очень сейчас в тяжелом состоянии и едва выживаем. Прошу вас, помогите нам, пожалуйста. Для вас 100 рублей, для вот этих детей жизнь. Что ты, храбрый мой, немножко молочка попили? Закутались, все. Мои хорошие. Красивые дети. Красивые маленькие дети. Вот так. С девочек очень болевая, просто боевая. Я накрыла, чтобы оно спало, а оно играет. Это дитё играет.